Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну, заберем для начала наши награды. Раз и два. Так, принять участие, это все понятно, даже смотреть не буду. Там все одинаково. Меня больше интересует, какие у нас сегодня события. Так, без ограничений, только для обычных. Это что у нас тут? Набор ДНК. И все, что ли, схватка чемпионов? Босс события. Ладно, давай начнем сдвиг ледников проходить для начала. У Уинтотерий, амфицион и гигантские олени. Офигеть, они прокачаны здесь. Ху-ху. Спасибо, ребят, что подсказали, что это у нас степные животные, это горные, а это у нас, ну, снежные, так скажем, да? Так, ладно. Здесь сколько? Два поединка нам надо будет, да, сделать? Значит, возьму, наверное, твою налево. Против Уинтотерия можно взять, наверное... Ладно, беру мамонта. Против амфициона я возьму. Против пещерников у нас идет, в принципе, неплохо Келлинхен. А вот против оленя гигантского надо брать, наверное, амфициона нашего. И будем надеяться на то, что эта команда действительно разрулит. Ух ты. Кстати, недавно было обновление. Пока я не понял, с чем оно связано. Ну как недавно? Сегодня буквально. Перед тем, как зайти в игру, мне нужно было обновить. И пока не знаю, с чем связано. Какой-то новый... поединок и новые динозавры, было написано, появятся в игре. Так, опа, амфициона взял. Ну что же, взял так взял. Будем, наверное, бомбить по нему. По этому амфициону. Давай. Как тебе, пёся? Получил? А он сейчас возьмет оленя, да? Ты смотри как. Отчаянный парень, кстати, отчаянный. Раз, два. Раз. Готов. Так, ну что, Уинтотерий выходит. Всего лишь 104 к атаке. Даже не хватит. Так, ну, естественно, берет гигантского оленя. И вот тут нам крышка, да? Ну что, мамонт, твой выход. Нам нужно сделать сколько по нему? Три, четыре атаки. Раз, два, три атаки. И вот так. Все, крышка оленю. Пшел вон. Просто удар ступней по земле, и он подкосится. Ну а этому вообще ничего не светит. Вон Дотерию. Против тем более нашего мамонта. Нет, парень, это без вариантов. У нас такие шутки не прокатывают. На, камнями просто груду глыб взял, ему в физиономию бросил. Тут любой сдуется. Так, ну что, нам нужно еще с тобой выиграть один поединок. И тогда мы получим приз. Так, 40 ДНК, спасибо большое. ДНК уж точно лишними никогда не будут. Так, Элесматерий. Ну тут Элесматерий. Я возьму, наверное, Синтецератоса. Ох ты, медведь что ли? Арктодус. Че себе. Так, ладно, против Мегистотерия мы возьмем, наверное, Уртинотериума. А вот против этого нам надо будет взять да, Эрематерия. Слушай, должна у нас быть сейчас идеальная схватка, потому что все подходит у нас прям тютелька в тютельку. То есть Элесматерия мы с тобой сейчас бомбанем слегка, да? Он 100% сейчас будет меняться. Вряд ли он пойдет в атаку со своими атаками 78. Чего? А, вот ты как. Вот ты как решил, хорошо. Да ну быть не может. Так, все-таки мы ему пробили, да? Кумпол. Ну и зря. Ну и зря. Я думаю, наверное, вот так надо сделать. 3 к 1.
и пёся Мегистотелий выходит. Ну, понятно, ребят, тут ему одну атаку можно сделать, и нам крышка. А он делает три атаки. Ух, родной, тебе же сейчас просто в порошок сотру. Две берем. Этого достаточно. Готов. Так, а это мишка или нет? Точно, ребята. Ну, медведь, правда. Как бы тебе сказать. Худой медведь. Да. Ты разгневал, я не знаю, моего недожирафика. На-ка. Такой полубишка, получит, поймешь кто. В общем, ребятушки, выиграли мы. И, соответственно, открываем с тобой пак. Нам доступен этот пак сейчас. Давай-давай, прогружайся быстрее. И в нем нам... Да ладно, блин, опять он, а? Че, у вас там другого ничего не завалялось? Только этот олень. А, ну если так... Если так, то, что мы его можем теперь, друзья мои, в магазине покупать, это хорошо. Кстати, надо хавчик-то забрать. И активировать. Что у нас тут? Готово. Этот еще 8 часов с половиной будет выводиться. Слушай, а Гатса, мы что хотели с Гатсом сделать? Он с кем гибрид... А, с пеликанемимом, да? Начать эволюцию. Можно даже ускорить, наверное. Опа. Все четко у нас. Четко-четко. Так, поднимаем до десятки. Здесь тоже до десяточки. А, тут даже бесплатно. Так, погоди секундочку. А у нас еще есть? Да, по-моему, был. Насколько я помню, Гатс. Да что ты, подожди, мне вот этого нужно на 20-ку точно. Так, еще нужно 2, получается, да? Раз. Так, Гатс, ищем. Блин, давай вот так, наверное, все существа. Он летающий. Птерозавры. Гатс. Вот он. Активируем инкубатор. Все. Так, здесь мы забираем с тобой Галимима. Мы его помещаем. Галимима мы для кого? Он у нас с Афиакадоном. Угу. Галимим, надо еще одно. А, у меня не хватит же, да? А, нет, почему хватает? Так, Галимим. Мне нужно посмотреть, Афиакадон-то у меня прокачанный вообще? Или там... Или мне там еще тоже нужно будет? Так, подожди, где у меня все эти динозавры-то? Так, Юрский. Хищник. Так, Афиакадон, он у нас да, хищник. Вот он. Да подожди, вот искать. Как ты меня раздражаешь тем, что ты искать? Ты мне не искать, ты мне покажи его, где он в этом находится. Выведение не требуется. Где он у меня находится на карте? Вот здесь вот. Вот как вот мне его искать здесь, блин? Ты припаришься его просто вот выискивать, вынюхивать. Это диплот... Вот он. Но, в принципе, можно, ребята, уже начинать его эволюционировать. 29. Тем более, он быстро тут эволюция проходит. Отлично. Пускай будет потихонечку там прокачиваться. А мы забираем с тобой здесь награды. Ускорение, потраченные деньги. Так, собрать моды. Ну, моды, понятно. Тут обязательно нужно собирать, потому что шанс, что ты где-то их выбьешь, мал. Захавчик. Давай, эхо.
Любые моды мне уже как бы все равно. Главное выполнить это задание. Снижает запас ОЗ всех вражеских существ. Поехали дальше. Когда мы с тобой получим 48 уровень-то, а? Все, топчемся, топчемся на месте. И никак не можем продвинуться. Так, показатель атаки противника снижен на 15%. Все. Забираем. И принять в ПВП сражениях участие. Ну что, поехали. Погоди, нет, 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 не то мы делаем. Посмотрим в схватках-то, что у нас еще доступно. ДНК, награды, столкновения. А, все, я вспомнил. Ну давай, поехали. Лимносцелис будет у нас драться, а в конце, как всегда, останется Алангазавр один, да? Кто уходит первым? Враг. Что он будет делать? Ничего. Посмотрим. Ну что ты там шипишь мне? Он, знаешь, как шипит, как змея. На стреме. Раз, два, три. Вот так я сделаю. Упс. А не лопухнулся ли я? Случаем, ребята. Нет, нормально. Или вот. Нет, вот ему сейчас крышка будет. Вот мы-то его как раз сейчас шваркнем. Мы его схватили за шкварник, потрясли и все. Как делают истинные крокодилы. Окей, здесь мы выиграли. Так, там сколько у нас? 4 поединка или 3? Так, еще капельку ДНК даже заработали. Угу. Еще 3 поединка. Так, ну что, я возьму, наверное, здесь. Может, Диплотатора возьмем? Нет, давай вот Нундагазавра, так будет интереснее. Потому что вроде бы и здоровья мало, много, и атака не такая уж мощная. То есть можно как бы похимичить. Вот что он делает. Ну, я возьму тогда бонусы. Он ничего не стал делать, кстати. Раз, два. Раз, два. Вот так сделаем. Два на два. Блин, он меня опережает. А вот тебе и кранты. Вот тебе и кранты. Ты раскрылся, парень. Все. Пятерочка у нас идет, да? Все, снимаем в атаку. Не-не-не, это тебе не поможет, может не ломаться. Хотя, подожди, у него 630 хп. А почему у него 630? Почему у него 630? А, он же по мне атаковал, точно. Он же по мне попал. Первая его атака была же. Я думаю, что-то как-то неравномерно. У меня жизни меньше, чем у него. Все, шикарно. Так, ну что, мы здесь выиграли. Погнали дальше. Можно попробовать с велоцираптором похимичить. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Ну. Гаденыш, а? Я надеюсь, ему не хватит двух атак, чтобы меня пробить. Не должно хватить, по идее. Давай я сделаю так вот. Раз. Раз, два, три. Блин, наверное, зря. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Хочу, чтобы он начал атаковать меня. Да что тебе, блин, ну ты посмотри, а. Ладно, я рискую, ребят. Проверь. Рискнул. Ну, тут я сам виноват, ребят, ну чё. Паника. Это была моя паника. Поспешил, рискнул. Ну, в итоге проиграл. Ну, не волнуйся, еще динозавры есть, поэтому события-то это я пройду в обязательном порядке сегодня. Столкновение.
давай попробуем капразухом. Нет, аэротитаном. Вот хочу аэротитаном поиграть и посмотреть, что у нас из этого выйдет. Опять он ходит первым, да ты заколебал, а? И атаковать, естественно, он не стал. И вот здесь вот как раз, ребята, кто первым отступнется, тот и проиграл. И, скорее всего, я проиграл, потому что он сейчас две атаки влепит мне, да? Ну, попробуем. Да чтоб тебе, да как так-то? Ну все, сфейлились. Сфейлились, ребят. Второй раз, блин. И почему он все время первым ходит, а? В конце концов, уже заколебал, серьезно тебе говорю. Ладно, хорошо. Давай что-нибудь другое тогда выберем. Возьму суперзавра. Трындец просто какой-то, а? Да, спасибо, дали мне возможность сходить. Мой ход. Раз-два раз. Он копит, ребят. Понятное дело, что... Раз-два-три. Раз-два. Пять. Ну вот. Вот теперь можно его спокойненько бомбить. Просто надо было это все переждать, весь этот момент. И все, ребят. Мне начинает эта вот паника. На. Все, победили. Ну и шикарно. Что я тебе могу сказать. Так, и последний поединок у нас остается. Нам еще оставят динозавров, как всегда, очень мало, да? На выбор. А нет, приличное количество динозавров. Давай-ка я вот... Нет, топилозавра я оставлю. Стегоцератопса возьму. Сейчас будет интересно посмотреть. Берем. Сразу бонус. Он тоже, он не тратит, ребята. Он сразу не тратит. Раз, два. Раз. Так, а вот здесь, по-моему, он попал. По-моему, он попал. Он потратил, да? Все, сейчас мы его уничтожаем. Пока. Зря. Ну, он психанул, видимо. Видимо, так же, как и я, стрессанул, психанул и решил все-таки атаковать, не дожидаясь ничего. Так, ну и мы с тобой получаем ДНК. В принципе, из-за этого поединки все и были у нас. Сколько только. Не надо вылетать вот в процессе вот этого колеса. 125, маловато, конечно. Предлагают еще разок крутануть, да, но я не буду. Так, значит, нам нужно еще с тобой, блин, какой VIP? ПВП-шку сыграть. Давай-ка мы, наверное, за наших рыбок поиграем. Потому что в канайзойскую эру мы уже играли. Там остались одни эти лохмотья. А вот за... Кстати, надо будет плезиозавра скрестить. Уже сколько раз собираю. Ксифактин. Нифига себе, ребят. Ты видел, как выглядит ксифактин на 40 уровне? Ужасно. Ужасно страшно. Ты посмотри. Так, а что, у меня аромлеза? Нет. Блин, ну... Да, ужасно выглядит. Причем у него еще тут гибриды. Ха. 35 уровня. Фига ты. Раз-два раз. Я буду ждать до последнего. Если он сейчас ничего не делает, я его уничтожаю.
Как хочешь. Я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал. На. Сейчас посмотрим. 6. 420 к атаке. Ё-моё. Ну, понятно, что сейчас порвет меня тут, да? Сколько ему? Три атаки придется потратить, три у него останется. А он 4. Ух, так даже лучше мне. У него 2, не забываем об этом. Все, ребят, попали мы. У нас вот эти вот ребятульки слабее. В разы. Лесихтодон. Ну, гибрид, что могу сказать, ребят. 4, да, им нужно 2 атаки потратить. Даже если моя черепашка каким-то чудом справится, то все равно мы проиграем дальше. Что тут выбор? Не-не-не-не. Это бесполезно, ребят. Выигрышем тут и не пахнет. Слушай, нам, по-моему, тоже пора уже каких-то брать. А где вот, интересно, посмотреть эволюции? С кем, кто и с чем его едят, а? Мы же с тобой так и не смотрели. Если за ящеров можно еще посмотреть, да? Ну, за динозавров они там все стоят. А как тут глядеть? Тут один вариант только. Заходить к ним в аквариум, выбирать, например, определенного и смотреть. Только если так. Ну-ка, давай посмотрим. Вот захожу я сюда. Ну и, например, вот интересует меня это, да? То есть его нельзя гибридом сделать? Или что это значит? Я не пойму. Вот здесь можно. С аллозавром, это мы знаем, да? С аллозавром. Черепаху, например. С кем? С мегалодоном. Мегархелон получается. А что тут такое? Это означает, что мы можем скрестить? Вот ты с кем, например? С псифодермой. А ты чё? Лаптостега. Это нужно его с простостегой, да? Лептоклейт. С простостегой. Не, ну в принципе, ребята, можно сделать даже вот такие самые простенькие начальные эволюции, гибридные. Простостега, по-моему, у нас в магазине есть. Лептоклейт, если я не ошибаюсь, по-моему, тоже продается. Именно в магазине. Я, конечно, не совсем 100% уверен, но я сейчас могу посмотреть. Это мы заходим с тобой. Нет, рынок не ДНК. Вот здесь вот. Почему поверхность? А, ну я понял. Водоплавающий. Ну вот, смотри, простостега можем вывести. И все, блин. А лепто... Как вот там, фиг поймешь, лепто... Крепто ее нету здесь. Пьедестал из янтаря. Нет, здесь нафиг она не нужна. Пускай вот здесь вот. Так, ладно, забираем с тобой еженевки наши. Так. $35 и 400 ДНК. Это уже солидно, ребята. Плюс 95 очков доверий. Почти 9000 уже насобирали с тобой. Здесь забираем. Как бы, ну и нету у нас больше ничего по событиям. Ну, сюда есть только пойти. Сюда есть только пойти, но... Это нам надо брать кого? Вот этих, что ли?
Как думаешь? Ну давай я попробую. Возьмем нондогазавра и... Ну вот так. Еще, к примеру, возьмем так и... Ну вот так еще. Но я 100% тебе говорю, что, скорее всего, мы проиграем здесь. Двести всего к атаке. Ну что это, ребят? Ну, не серьезно. Он тоже там осторожничает, как мы видим. Давай я так попробую сделать. Тут опять же, кто психанет быстрее, да? Угу. Сдулся, что ли, получается? Мне хватит его пробить? Конечно, нет, ребят. Раз, два. Раз, два, раз, два. Вот так вот сделаешь. Ой, так. Раз, два, три. Раз, два, три. У него сейчас будет шесть. А, нет. Ну все, сейчас ему крышка будет. Атаковать он меня не стал. Поэтому влупляем. Да ты серьезно, что ли, вшивый ты, а? Твою налево. Че, две атаки сделает он, ребят. Две атаки сделал, две атаки у него осталось, так? Поехали. Нам придется все сливать. Твою налево, 612 к урону. 612. Это тиранозавр обычный. Мод 2 вообще там где-то в стороне стоит. Да, две атаки ему все нужно принести. Не, ребят, это не варик. Здесь без деплотаторов делать нечего. Ну, я имею в виду не... обычных деплотаторов, а именно прокачанных. Только с ними мы сможем здесь что-то сделать. Так, на шару это не прокатит. Даже париться не буду здесь. Нервы свои здесь тратить нет. Да и событий больше нету. Я сюда пошел только потому, что больше нечего делать. Так что перебьемся на сегодняшнюю серию, я думаю. Вот тут, наверное, ускорю я все-таки. 6 долларов можно потратить, не страшно. Ать! Если бы. Да, если бы 6 долларов. Ладно, фиг с ним, 15 еще можно забрать. Поместить. Так, и сделать нужно нам еще одну эволюцию. Да вы специально так делаете. Специально, чтобы я свои доллары тратил. Забираем. Помещаем. Прокачиваем. Старт. 30. Ну неужели? Тут идеально, ребят, сработало. С первой попытки. Вот, 47. Это, короче. А с кем вы хотели вообще в гибриды, с кем выводить? Я даже и не помню, я подзапамятовал. Так, у нас опять кипишняк. Рынок. Ну, давай посмотрим. Так, нестроение мне нужно вот здесь вот. Так, гибриды. А фиг мне гибриды. Мне не гибриды нужен, мне нужен асфиакодон.
Верно? Хищники. Давай-ка глянем. Да куда ты? Почему? Да ладно, короче, фиг поймешь. Нужно посмотреть, хрен дает мне глянуть. Куда-то выкидывает вечно какую-то фигню. Ладно, в любом случае, ребят, нам все равно, когда он там дозреет, созреет, нам покажут, где он там находится. Так, поместить этого еще тоже тут будем. Нам нужен еще один. Твою налево, тут у меня стоял уже еще один. Спешка эта фигова. Так, ну что? Новый уровень. Здесь тоже новый уровень. А начать эволюцию мы не сможем, потому что там занято. Ну что же, ждем. Придется нам просто подождать, когда они все дозреют, и уже потом будем скрещивать. Так что, друзья мои, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.